I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my... Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Я рада, что вы заглянули ко мне в гости, и мы начинаем новый влог. Сегодняшний влог я хочу начать с нашего завтрака. Буду готовить блины, потому что началась неделя масленицы. И на масленицу я всегда пеку блины. Знаете, я очень люблю такого рода праздники. Конечно, я понимаю, что масленица – это все-таки языческий праздник, но я вам скажу, я ни к чему абсолютно не отношусь с фанатизмом. Мне нравится тот факт, что просто все люди как-то сплачиваются воедино во время таких праздников. Например, на масленицу все пекут блины, зажигают костры, выходят на улицу, ведут хороводы, пляшут, поют и весело проводят время. У нас в Греции начался карнавал. Он продолжается и эту неделю, и каждый вечер во всем городе проходят шествия. У всех приподнятое настроение, и лично мне все это безумно нравится. То же самое относится и к Пасхе, когда все пекут куличи и красят яйца. Это какие-то подарки, гости, ну и в общем-то все это не может не нравиться. Ну и давайте вернемся к блинам. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом блинов 3 стакана. Нам понадобится стакан воды, такой же стакан молока и стакан муки, 2 яйца, немного сахара, растопленное сливочное масло и сода. Первым делом я венчиком взбила яйца с сахаром, добавила воду, молоко, растопленное сливочное масло, муку и в самом конце добавила пол чайной ложки соды. У меня чайная ложка очень маленькая, так что получилось даже меньше. Все просто перемешала между собой и оставила тесто постоять 15 минут. Блины я всегда пеку на 2 сковородах. Это очень ускоряет процесс и тем самым экономит мое время. А теперь подготовлю начинку. У меня сегодня будет 2 вида начинки. Это Филадельфия с сахарной пудрой и вареная сгущенка, которую купила в русском магазине. Смешиваю сахарную пудру со сливочным сыром и перетираю. Получается очень нежный и вкусный крем. В начинку со сливочным сыром я также буду использовать банан. Нам очень нравится такое сочетание. Ну и с клубникой или с черешней тоже получается безумно вкусно. Именно вот это сочетание ягод со сливочным сыром. Ну а в сгущенку я ничего не буду добавлять, потому что сгущенка сама по себе очень сладкая и приторная. Я ее совсем немного буду смазывать на блинчик, но это тоже получается очень и очень вкусно. Ну и вот здесь я уже смазываю блинчик сливочным сыром, выкладываю банан и сворачиваю в трубочку. Далее я их разрежу напополам, чтобы начинка виднелась и блин не был таким длинным, и чтобы его было удобно держать. А блинчики со сгущенкой я буду сворачивать в треугольники. На самом деле блины по-разному можно заворачивать, и конвертиками, треугольниками, бочоночками, кому как больше нравится. Call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. В конце я блины припылила сахарной пудрой и добавила немного замороженной малины. Классные блины получаются, девочки, мягкие, нежные, обязательно попробуйте, и всем желаю прекрасного настроения.
Мы на днях разговаривали с мамой по телефону, и она у меня спросила, есть ли у меня Глашка, чтобы она пришла и помогла мне. А я ей говорю, какой странный и смешной вопрос, разве может у меня не быть Глашки? Мы посмеялись и договорились, что сегодня она ко мне придет, погладит всю одежду, ну и пока я готовила, она все перегладила. А еще в планах было помыть балкон, потому что у нас на дворе 18 градусов, очень солнечно, жарко, и я, конечно же, не упустила такую возможность выйти в такую погоду на балкон и помыть его. Мама мне, конечно же, помогает в этом, и мы с ней буквально за один час управились. Я маме набрала в ковшик теплую воду с жидкостью, и пока она будет протирать стол и стулья, я занимаюсь цветами. У нас они сейчас не в лучшем состоянии, потому что за ними всегда ухаживал Давид, а сейчас у него абсолютно нет времени на цветы, и они завяли, засохли. В общем, я эту королевскую герань всю срезаю, оставлю буквально несколько веток, и пускай она набирается сил, чтобы к весне окрепла и, надеюсь, расцвела. Все остальные кашпо я также почистила, убрала сухие листья, ветки и побросала их на плитку. А теперь все это нужно подмести и убрать в пакет. Шторы мы также сняли, наконец-таки, в этой зоне, потому что 2-3 недели тому назад у нас были такие ветры, девочки, что сдувало все. Мы думали, что шторы разорвет в клочья. У меня тут летели кашпо, картины, которые висят, искусственные цветы сдувало со стола, ну и шторы тоже уносило. И Давид все-таки снял их, я их постирала и убрала до весны. И вот этот шалаш, который у нас здесь стоял посередине, шалаш для цветов, его тоже очень сильно задувало. И поэтому Давид его перенес за этот белый большой шкаф и спрятал все цветы за ним. Но сейчас их уже нужно достать, потому что я смотрела прогноз погоды на месяц вперед. И февраль у нас закончится очень теплым, не менее 17-18 градусов. Ну и март тоже, по всей видимости, у нас будет теплым. Прям уже такая весна-весна. В общем, мама здесь продолжает стряхивать пыль с мягкой мебели. И далее будет отмывать ее теплой водой. Обивку здесь пока я стирать не буду, потому что мы пока еще не выходим и не сидим на балконе. Я ее постираю ближе к лету, может быть, в середине или в конце весны. Я ее сниму, постираю, освежу, чтобы все лето и вплоть до ноября она оставалась чистой и опрятной. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Ну что, пыль с поверхностей мы убрали, все отмыли, я все кашпо почистила от сухой травы и веток, весь балкон подмела, и теперь нужно его помыть. Балкон я обычно мою шлангом, но мой хороший большой шланг забрал Давид для цеха. Он мне сказал, он старый, я его заберу, ты пока пользуйся вот этим пружинистым, а я тебе куплю новый хороший. Ну и да, до сих пор он мне его покупает. Этим шлангом мне абсолютно неудобно было работать, потому что он не такой длинный, и мне приходилось его растягивать очень сильно, и в общем это не очень удобно. Ну и когда я заканчиваю мыть балкон, я всегда беру швабру и сметаю всю лишнюю воду к сливу. И таким образом балкон высыхает намного быстрее. Нам осталось закончить работу в этой зоне. Мама уже там домывает подоконники. Ей осталось еще отмыть морозильный ларь.
а мне помыть плитку. И еще развесить картины, которые слетели от ветра. Мама их тоже помыла влажной тряпочкой. И все. В принципе, на этом работа на балконе будет закончена. Наконец-то я его отмыла. Единственное, девочки, что меня огорчает, это то, что я бы очень хотела озеленить свой балкон, чтобы выходить сюда, а здесь был такой сад, чтобы цветы бушевали, зеленые кусты, и чтобы зелень была такой зеленой, а не блеклой и высохшей. Вот если зимой мы еще как-то стараемся их уберечь от ветра и холода, то летом мы их спасти никак не можем. Они у нас стоят под навесом в тени, но от того, что у нас летом бывает ужасная жара, они просто выгорают и погибают. Не знаю, девочки, если вы можете мне подсказать какие-нибудь растения, которые выдержат и знойную жару, и холод, то обязательно посоветуйте мне. Не имеет значения, будут это цветы или кустарники, но я очень хочу озеленить свой балкон. Здесь предостаточно места для того, чтобы поставить много кашпо и превратить его в такой цветущий сад. Итак, девочки, я только что вернулась из русского магазина, потому что у меня закончилось очень много сыпучих продуктов, надо было уже их докупить, вот поэтому быстренько сбегала. А также я купила по вашему совету вот такой черный чай Greenfield, но так как классического черного не было, были со вкусами, и я решила взять со вкусом голубики, потому что я думаю, будет наименее выраженный вкус голубики, чтобы мальчики не возникали. Вот. Ну а если им совсем не понравится, вот взяла такой небольшой майский чай, пускай пьют его. Также взяла круглый рис, обычно я его использую или в голубцы, или в фрикадельки. Закончился у меня кукурузный крахмал. И здесь у меня 3 упаковки панировочных сухарей, тоже быстро он у меня заканчивается. И взяла какао-порошок. Также взяла овсяные хлопья, мне очень нравится овсянка от этого бренда «Житница». И всегда беру вот такие крупные хлопья. Также у меня закончилась сахарная пудра, взяла 1 упаковку. И здесь у меня вот такое перо для пыли, для того, чтобы смахивать пыль. Вот от бренда Swiffer. Таким пером пользуется моя мама. Она сказала, что очень удобно, поэтому я взяла попробовать. И взяла мороженое, девочки. Открываем сезон мороженого, потому что у нас уже очень тепло на дворе. Прям так захотелось мороженого. Я себе всегда беру такие стаканчики с малиной. Это мороженое ем только я. Ну а мальчикам взяла по стаканчику вот такого мороженого. Здесь шоколадные капельки. И эскимо. Эскимо карамельное, в карамельной глазури с вафельной крошкой на палочке. Вот такое эскимо. Ну все, девочки, иду теперь заполнять свои контейнеры. The place is grown all wide, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Telling you. Сегодня на обед я готовлю рыбу.
Это у нас дорада. Так как мальчики рыбу не едят, я им отварила пельмени. Я вам этот рецепт уже показывала несколько раз. Рыбу я всегда готовлю именно так, запекаю в духовке на овощной подушке. Я не люблю рыбу нарезать на кусочки и обжаривать на сковороде. Я предпочитаю рыбу запекать, и мне кажется, так она сохраняет все свои полезные свойства. Я нарезала картофель, морковь и красный болгарский перец. Конечно же, можно сюда добавить и лук, и вообще любые овощи на ваше усмотрение. Мы любим именно эти овощи, поэтому использую именно их. Овощи солю, перчу и добавляю растительное масло. Все перемешиваю и отправляю в духовку. Овощи будут запекаться приблизительно 40-45 минут. Решила также приготовить оливье, поэтому в сотейник положила картофель, морковь, яйца, залила водой и ставлю на огонь готовиться. А тем временем подготовлю рыбу. Я ее уже хорошенечко промыла, теперь брюшко солю и кладу лавровый лист. В рыбу также можно положить разные овощи, зелень, мяту, лимон, ну в общем тоже все на ваше усмотрение. Когда овощи запеклись, я сверху выложила рыбу, посолила немного, добавила масло и отправила форму опять-таки в духовку где-то на 15-20 минут, чтобы рыба тоже запеклась. Овощи у меня все сварились, и я также отварила свежий зеленый горошек. Соленого огурца у меня не было, так что буду использовать свежий огурец. От этого салат никак не портится, наоборот, он ему придает какой-то свежести. Ну и майонез у меня, как всегда, провансаль. Он очень легкий, и тем самым блюдо получается нежным. Мы очень любим салат оливье, почему-то у всех такая ассоциация с этим салатом, что он супер новогодний, или его нужно готовить только по праздникам. Мы его готовим тогда, когда захотим. Или когда у меня его попросят мальчики. Правда, летом я его почти не готовлю, но зимой да, зимой готовлю частенько, как-то мне кажется, что он более зимний салат. И еще такой нюанс, я в оливье никогда не добавляю колбасу. Некоторые добавляют копченую колбасу, обычную колбасу, но не знаю, как-то мне такой вариант не пришелся по душе. Но я думаю, что стоило бы попробовать добавить сюда курицу. Мы очень любим куриный салат, так что я думаю, в оливье она неплохо подойдет. Мне кажется, получится такой супер насыщенный салат. В общем, все овощи нарезала. Осталось салат посолить, поперчить, добавить майонез, все перемешать и отправить в холодильник остывать. Вот и наша рыба подошла. Очень вкусный аромат идет от нее. Рыба получается нежной, сочной и ароматной благодаря лаврушке. Картофель тоже мягкий и ароматный благодаря болгарскому перцу и моркови. В общем, такой вкусный вариант обеда у меня сегодня получился. Приготовили и салат, и дорада на овощной подушке. Мы молодцы, так что всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Лайк этому видео. Жду вас в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока!